Члены республиканского общественного штаба в поддержку Касым-Жумарта Тукаева посетили шахтерскую столицу. В Караганде сторонники кандидатов в президенты встретились с горняками, бизнесменами и студенческой молодежью. С предпринимателями обсудили развитие нацэкономики и стимулирование частного бизнеса, предложенные в предвыборной программе. Руководитель штаба Ерлан Кошанов отметил, что в первые агитационные дни поддержку Касым-Жумарта Тукаева прошло более 5000 мероприятий по всей стране. Представитель РОШ Тохтар Аубакиров призвал казахстанцев 20 ноября сделать свой выбор. Этот выбор определит направление развития страны на ближайшие 7 лет. Важно, чтобы все граждане Казахстана проявили гражданскую активность и пришли на избирательные участки. Также члены штаба встретились со студентами и профессорско-преподавательским составом Карагандинского университета имени Букетова, где акцентировали внимание на молодежной и образовательной политике Токаева,